Овсяная лепешечка. Шотландская народная сказка. В маленьком домике возле речки жили-были старичок и старушка. Было у них добра две коровы, четыре курицы, петух, кошка да пара котят. Старичок приглядывал за коровами, петух за курами, кошка следила, чтобы мышь не залезла в буфет. А старушка сидела у огня и прила шерсть на своей ручной прялке. Нередко котята, расшалившись, норовили вцепиться в старушкино веретено, но она строго прикрикивала на них: «Кыш, кыш отсюда!» И они снова убегали играть и возиться друг с другом. Вздумалось как-то старушке старичка своего овсяными лепешками побаловать. Испекла она две лепешечки, да поставила на стол остывать. Вошел старичок, присел к столу, взял одну лепешку, разломил и в рот. Увидела эта вторая лепешечка, да как пустится на утек. Старушка с прялкой и веретеном за ней, ну где уж там. Бежала, бежала лепешечка, что есть духу, и прибежала к большому красивому дому под соломенной крышей. Влетает в дверь, а там трое портных сидят на лавке, портняжничают. Увидели лепешечку, повскакали, да за хозяйку попрятались, а хозяйка у очага сковородку скребет. «Чего это вы испугались?» говорит. «Это же овсяная лепешечка. Хватайте ее скорее. Каждому дам по кусочку с молоком». Тут хозяйка со сковородой, портной с утюгом, да два подмастерья, один с ножницами, другой с иголкой, все бросились ловить лепешечку. Увернулась она от них, прыгнула за очаг. Хотел один подмастерье ножницами ее ткнуть, да свалился в золу. Портной швырнул в нее утюгом, а хозяйка сковородкой. Да все мимо. Выскочила лепешечка за дверь и бежать. Бежала, бежала. Видит, хибарка у дороги. Сунулась в дверь, а там ткач сидит у своего станка, а жена его пряжу мотает. «Тиби», — говорит ткач, — «погляди, что это такое?» «Овсяная лепешка», отвечает жена. «Вовремя она пожаловала. Каша-то сегодня была жидковата. Хватай ее, женушка». «Не так-то это просто», отвечает жена. «Больно увертливо. Лови ее сам, Вилли». Но лепешечка уже выскочила за дверь и припустилась бежать, как сумасшедшая. В гору да под гору прибежала к маленькому чистенькому домику, а в нем сидит чистенькая хозяюшка, масло сбивает в маслобойке. «Иди, иди сюда, моя милая», — говорит. «Маслица есть, так и лепешечка кстати». Лепешечка давай от нее увертываться туда-сюда, а хозяйка за ней скачет сюда-туда. Чуть маслобойку не опрокинула, еле придержать успела. А лепешечка за дверь, да кубарем вниз по склону к реке. Забежала на мельницу, а там мельник муку через сито просеивает. «Эван чего?» — говорит. «Лепешки разгуливают сами по себе. Это добрая примета. Овсяные лепешки я уважаю, особенно с сыром. Иди-ка сюда, голубушка, так и быть. Пристрою тебя на ночлег». Но лепешечке совсем не улыбалась ночевать у веселого мельника. Она повернулась и бежать. А мельник только рукой махнул, мол, скатертью дорожка. Забежала лепешечка в кузню. А там кузнец у наковальни стоит и гвозди подковные выковывает. «Вот здорово!» — говорит кузнец. «Хорошо бы отведать такую хрустящую овсяную лепешечку!» Услыхала лепешечка, перепугалась и бросилась бежать без памяти.
А кузнец заулюлюкал ей вслед и молотком запустил. Хорошо еще, что не попал. Бежала, бежала лепешечка и прибежала к низкому домику, возле которого лежала большая куча торфа. Прошмыгнула в дверь, а там крестьянин топорище строгает, а хозяйка лен расчесывает. «Смотри, Дженни, лепешка!» — говорит хозяин. «Чур, половину мне!» «И мне, чур, половину! Бросай в нее топорищем, Джон!» Но лепешечка увернулась от топорища. «Ах так!» — воскликнула хозяйка и швырнула в нее чесалку. Но лепешечка оказалась проворней. Выскочила она за дверь, добежала до соседнего дома, а там хозяин сидит, плетет из конопли привязки для коров, а жена его у очага похлебку мешает. «Эй, Джок!» — говорит жена. «Ты все просишь испечь тебе лепешечку. Одна такая у тебя за спиной, хватай ее, не зевай!» «Да где она, матушка?» «Вон там, хватай же скорей!» Джон за лепешкой, а та под лавку. Он споткнулся да растянулся, а она к двери. Хозяйка швырнула поварешку, да уж было поздно. Выскочила лепешечка за порог и через кусты, через канавы в следующий дом. А там семья садится за ужин, хозяйка по тарелкам кашу раскладывает. «Смотрите-ка, лепешечка погреться зашла». «Закройте дверь», — велел хозяин. «Сейчас мы ее изловим». Услыхала эта лепешечка и наутек. Только ложки ей вдогонку полетели, да еще хозяйская шляпа. Прибежала она в другой дом, а там уже спать ложатся. «Это что такое?» — удивился хозяин. «Лепешка», — говорит жена. «Я б съел половиночку». «А мне бы хоть кусочек». «Лови же ее, лови!» Хозяин прицелился и чуть было не накрыл лепешечку курткой. Но та все-таки увильнула и бежать, а за ней хозяин без штанов. Ну и славная же вышла гонка по кустам да по кочкам. Наконец хозяин отстал. Пришлось ему с пустыми руками домой возвращаться. Тут совсем стемнело. Куда идти не видно. Сунулась лепешка туда-сюда, да и угодила в лисью нору. «Милости просим», — сказала лиса. «Ам!» — и проглотила лепешечку. Только ее и видели.